Католический мир, в отличие от православного, уже отметил Рождество. У этого праздника тысячелетняя история и трогательные традиции. Принято собираться всей семьей, дарить подарки и петь рождественские гимны. О том, как отметили католический праздник в одной из школ Мирного, расскажет Наталья Николаева. Все Деды Морозы мира в одном месте. Это мечта или реальность? Для учеников 12-й нет ничего невозможного. Максим Демьянов из Санта-Клауса превратился в Гус Алиха, африканского новогоднего волшебника. В рождественской сказке Дед Морозы просто поменялись телами. Это была очень интересная история. Во-первых, нужно было очень быстро переодеться, буквально секунд 15, наверное, 20. А нужно было нанести грим, полностью надеть парик, переодеть полностью абсолютно все элементы и, конечно же, поменять акцент. Сюжет спектакля придумал одноклассник Максима. Дальше всем классом написали сценарий, перевели его на английский, подобрали песни и стихи, сшили костюмы. Не остались в стороне и девчонки. Снегурочек нет, не меняли. Они как раз-таки